Есть меч, наконец-то у меня есть меч. Какой? У меня крутой меч. У меня есть деревянный меч. Но перед началом я бы хотел посоветовать просто отличный канал, и это канал Дака. Он любит и ценит каждого подписчика, и каждый ему очень важен. У него все сделано просто на высшем уровне, и его голос и чувство юмора не заставят вас заскучать, и вы точно нажмете на лайк под его видосами. На самом деле я сам иногда заглядываю на его канал, и реально вам советую на него подписаться. Давайте проявим активность на его канале, ссылочка в описании. И всем привет, с вами Агера, и сегодня мы вместе с Бройкосом играем в ХГ на сервере Бадлион. Сейчас быстренько залутаем сундучки. Гоп! Ой, я не успел. Так, алмазное что-то. Я этот взял. Алмазный. Короче, ты у нас где? Этот где? Алмаз. У меня есть один алмаз тоже, да. О, дашь мне, окей? Да. Нам, кстати, повезло. Очень. Так, беги за мной. Ищи меня. Там на спауне дорожка есть такая, ищи. Вижу, все. Вижу, да. Сейчас сольюсь. Так. Топор. Все, изи. Есть топор. Сольюсь. Я сейчас сольюсь. Хоть какое-то оружие. За мной бегут. Почему? Help me, help me, да, help да, да, me. Я вижу, 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 вижу. Петушара. От этого его. О, найс, все, давай бей его. А, все, все, найс, давай, я добью, у него low HP. Давай, давай. У меня есть еще один топор, иди. Убил. Молодец. Я знаю. Так, тут ничего нету потом. Дай мне этот алмаз. А, вот он, видишь? Да, дай! Спасибо. О, на тебе вот эту штуку, тебе вот эту штуку нужна. А, нет, не нужна. А у меня меч будет, оказывается. Так, слушай, нам нужно эту вещь искать все-таки. Ага. Слушай, го тебе два слитка дам железных, чтобы ты еще себе смог скрафтить железный хотя бы меч. Иди сюда. Давай, давай. На, возьми. Спасибо. Там их три. У меня еще один алмаз. Да? Прикольно. У тебя их три, да, сейчас? Или сколько? Да, три. Дай мне мой, я шучу. Он все равно не нужен. Не, я тебе могу дать один. А зачем он мне? Забери себе. Так. Не, лопату сделаю. У меня есть меч, наконец-то у меня есть меч. Какой? Лопат. У меня крутой меч. У меня 5 стрелок, хорошо. У меня есть деревянный меч. А кстати, где ты? Что-то я тебя потерял. А я на центр бегу. У меня есть паутина. Зачем ты на центр? Не надо на центр. А, не-не-не, там жесткий чел какой-то. А, да, не надо бежать на центр. А я уже не бегу. О, я нашел палку. Все, у меня будет алмазный меч. Потому что я молодец. У меня было две палки, ну ладно. Так, теперь надо еще один алмаз найти, чтобы тебе меч был. Да. 10 стрел. О, тут что, сундук. О, у меня каменный меч появился, изи. И рилток. Так. А ты где? Я здесь. Офигеть, вот это вот броня. Чё у тебя за броня? У меня плохая очень. У меня вообще офигенная. Так. Сейчас еще золотая сундук. О, я в принципе почти фул железка, только нагрудник золотой. Так-то вообще норм. У меня есть удочка. А ты где? Я... здесь. Круто объяснил. Я знаю. Я тоже знаю. А вон какой-то чел, погоди. На него лучше не нарываться, сколько я понял, потому что... А он не обращает внимания, он тупо лутает там сундуки, знаешь, ему вообще пофигу. А ну, стоп, минус 157, 74. Так, минус, подожди. Где эти координаты? Без понятия вообще. Ладно, сложно. О, я на центре сейчас, отойди. А я тут с каким-то челом бегу. Беги на центр, может, а? Ща. Изи алмазный меч. Тут кто-то умер. Мне просто вообще интересно, где ты? Очень так интересно узнать. Я, короче, сейчас на центр побегу. Давай, беги на центр. Сейчас будем тащить. Сейчас попробуем тащить. Обязательно. Так. Я уже бегу на центр. Так, ты там? Я тут, да. Мне сейчас нужно скрафтить железный меч и тащить. О, Настя, у тебя есть железо для этого? У меня три железа. Ой, это чел.
Он гэппл съел. Попал. У меня есть лук, хорошо. Много стрел, как всегда. Две стрелы. Так, подожди. Так. Молчи. Убил, найс, у него железный нагрудник был. У меня для тебя есть эти железные поножи, тебе нужны? Я на центре, все. Поножи железные нужны? Я прям, знаешь, я прям так вспотел. Чел бежит. У него было этот, два алмаза, го, я тебе дам два алмаза. Фастом скрафтишь фаст. Себе этот алмаз меч. На. Тут чел какой-то. Я вижу. А где верстак? Сейчас там будет этот, сейчас дедмач будет. Так, фастом алмаз. Я его продамаживал очень сильно. Понимаешь, что я не успел? Ну, ничего страшного, сражайся с железным тогда. У меня каменный. Сражайся каменным, давай. Вот этого надо убить. Давай скрафчи там. Я его продамажил, он тим хочет. У него мало хп просто. А где мой алмаз, я не понял. Давай, давай, алмаз, играй, там. Играй, нормально, там тебя бьют. Нормально, тащи. Обалдеть! Просто изи 4 килла. Брайка, конечно, убили, но главное то, что я затащил, в принципе. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на наши каналы. И всем пока-пока. Всем пока.